Привет, народ. Ну что, вот приехали на рыбалочку. Погода, смотрите, какая. Сегодня не плохо. Погода сегодня вообще не плохо. Ветер передает 6-7 метров. А тут 6-7 метров. Северный, холодный, зараза. Короче, еще и в морду. Короче, как говорится, да-да, это попадалово конкретное. Ну ничего, будем упираться, посмотрим, что получится в итоге. Что вы нам скажете насчет сегодняшней? Погода, конечно, дрянь. Вот, ну, будем надеяться. Ну, и по-летнему, да? Да? Нет, я нормально сегодня. Да? Ну, хорошо. Вот, как гласит народная мудрость, кто рано встает, тому плохо. Да, все, давайте. Ну, что, вот такая, пацаны, рыбалка. На червячка. Дожились, а судака нема, хапуги, что ловлять. А ну, дядь Валера, за мои пути. Ах ты шо, супер! На су готовый спиннер и мазу саранчу. Ось, хапу. Сейчас вам, пацаны, покажу улов. Опа! Да? А то люди подумают, что это было. Хапуги! Да, погода сегодня, конечно, не ахти. Опа! Опарики. Пошла тема, пошла тема. А я спал в машине, да? Вот это мне рыболов профессионал. Проспал в машине. Я что-то расстроился сегодняшним утром. Ну ничего, я вот все зарядил. 56 граммов. Я пожалел, что я пушки. Так, а ну сейчас подходим все к хапуге. Делали запрос. Давай, показывай. А ну. Камеру включаешь, все. Ну. Движуха сейчас должна войти. Ну. Не хочет на камеру плевать. Холодно в ноги. Оно. Осё. Осё. Пошла тема, пошла. Давай, да, дядь Валера. На 1,5 килограмма. Чтоб движуха пошла. Сопротивляется как взрослый. Опа. Опа, есть. Заснял. Да, это что ж это такая выбиться там? Вот они что делают. Это семейное у них. Покурим бомбучок. А что тут там, да, такое пошло? Опа, опа-па. Иди сюда, красавица. О, а ну. Дядь Валера. О, да, это вообще класс, супер. Опа. Вот это. Мастерство не пропьет. Фамилию вам надо, семейную, хапуги. Ну это вообще, блин, а. У меня сегодня день диалогов. Бутеры? Нормально, нормально. Пошла тема. Да, прикольно. Ну, в общем, будем пробовать. Друзья мои, вот такая вот погода. Сегодня у нас поехали на рыбалки.
точнее поехали на рыбалку, пацаны ловят тарань, я же эту рыбу не ловлю, судак вообще не ловится, то есть, ну, была нормальная погода, на это, ну, все было хорошо, только выходные ехать на рыбалку, вот бац и начинается, тучи, холод, ветер, то есть дурдом, поэтому, то есть, как бы, рыбалка не удалась, упираться смысла нету, вообще никакого. То есть ветер просто-напросто, просто сумасшедший, дует кошмар. Поэтому, пацаны, будем отдыхать, впереди тяжелая рабочая неделя.